Пулске появилась новая зона отдыха «12 стульев». Она расположилась на проспекте Франциско Скорина рядом с детской художественной школой. Здесь установили 3 стола с шахматной разметкой и 12 стульев. Это подарок городу и, в частности, местным любителям «Игры королей» от представительства Россотрудничества. До 21 ноября Центр культуры «Пулск» принимает работы на конкурс стихотворений на белорусском языке. Для участия необходимо записать на видео, как читаете стих, и отправить вместе с заявкой на электронную почту. Победителей назовут 22 ноября. Награждение лучших пройдет на следующий день. Работники предприятия «Нафтан» побывали в агрогородке Друя. Здесь заводчане провели работы на культовом здании 19 века. Сняли слой земли вокруг здания, расчистив нижнюю часть стен и, дойдя до отмостки, подлатали крышу. В помощи нафтановцев также заинтересованы в саре и росице. В рамках 27-го международного фестиваля органной музыки «Звоны Софии» 13 ноября в Софийском соборе выступят белорусские музыканты – органистка Екатерина Николаева, исполнительница на флейте Татьяна Кармазинова. В программе произведения Франка «Вьерна Форе». Начало концерта в 15 часов. We'll be right back.